К нам обратилась мама молодого человека Константина, который в данный момент проходит службу в одной из частей Московской области. Ее сын уже более 2 месяцев не может получить полагающиеся денежные средства. Юль, ну я хочу рассказать, что 2 июля мой сын был призван в армию. На призывном пункте, на пункте распределителя, ему была выдана карта, пластиковая карта банка ВТБ-24. На эту карту должно поступать денежное довольствие ежемесячно, это, по-моему, в размере 2000 рублей. Вот. Все это здорово и удобно, да, но случилось не так давно история, что карта у сына сломалась. То есть вот так перегнулась в кармане кителя, да, и теперь ей невозможно воспользоваться. До ближайшего отделения банка ВТБ-24 нужно добираться транспортом. Но даже в отделении, имея при себе документы, со счета, привязанного к данной карте, деньги снять невозможно. Как вариант, клиенту предлагают расторгнуть договор, но получить сумму можно только через 45 дней. Значит, без положенных денег Константину придется оставаться как минимум еще 2 месяца. Солдатам по уставу не полагается свободно пользоваться мобильными телефонами, поэтому даже связаться с сотрудниками банка – непростая задача. Альбина попробовала решить вопрос самостоятельно, имея на руках карту с данными своего сына. Однако ответ специалиста нас не обрадовал. Добрый день, Ольга. Подскажите, пожалуйста, карта военнослужащего сейчас в данный момент сломана. Перевыпустить ее можно в течение какого времени? После написания заявления владельцу карты нужно в отделение банка обратиться, написать заявление на перевыпуск карты. И после этого до 7 рабочих дней изготовления карты происходит, плюс несколько дней на доставку до отделения. Скажите, сколько это будет стоить? Я именно имею в виду военнослужащего. По данному типу карты 150 рублей будет перевыпуск. Скажите, какие есть варианты, если ребенку деньги сейчас нужны? Ну, без карты снять средства невозможно. Если магнитная полоса повреждена, то даже в отделении банка ему не смогут выдать средства, то есть только уже после перевыпуска. А почему нельзя в отделении получить со счета деньги снять, например, написать заявление, ну и в кассе получить деньги? Карта является доступом к счету, поэтому если карта повреждена, то, соответственно, доступа нет. Угу. Понятно. Я думаю, что неделя, как нам сказал специалист, это относится к обычному вольному человеку. Да. Как обстоят дела с ребятами в армии? Увольнения у ребят бывают, наверное, раз в месяц. Я, честно говоря, так не отслеживала, да, но не чаще. Поэтому, соответственно, деньги, там, карту он сможет получить не раньше, чем через месяц после оставленного заявления на перевыпуск. С подобными трудностями сталкиваются многие срочники. Налицо необходимость изменений в порядке пользования картой и счетом. Если мы с вами можем получить деньги в отделении банка, предъявив паспорт, то военные держатели данного типа карт, как выяснилось, такой возможности лишены. На форумах часто появляются жалобы на то, что у солдат нет права выбора банка, выпускающего карту. Также на территории большинства воинских частей нет банкоматов, а в ближайших магазинах пластик к оплате не принимают. Все-таки пожелание на сегодняшний день, да, как резюме вот нашему с вами разговору, на мой взгляд, это наличие банкомата обязательно на территории воинской части, да, возможность все-таки получать деньги еще и в отделении банка. Развитие технологий и популяризация карточных расчетов – это, конечно, хорошо. Но хочется, чтобы это было удобно для всех, в первую очередь для клиентов, держателей карт, независимо от социальной и профессиональной принадлежности. Юлия Нагорная, Юрий Кулаков, Банкиру.